Монтируем теплый пол. Его отличает небольшой шаг укладки кабеля, всего 5 см. Изоляция жил безопасная, второпластовая. Она выдерживает нагрев до 250 градусов. Есть медный плетеный экран. Он защищает от электромагнитных излучений, равномерно распределяет тепло и обеспечивает качественное заземление. Теперь очередь наливного пола. Он разравнивается сам. Прокатываем его игольчатым валиком, чтобы не осталось пузырьков воздуха.